Всем привет! Вы, как всегда, на канале Мир глазами охотника. Меня зовут Сергей, если кто еще не в курсе. Очередной день в угодьях, точнее утро, только солнышко встает, рассвет. Сейчас покажу, вот там, за березками. Сейчас жду Леху, Леха должен приехать со своими друзьями. И поедем по старичкам покатаемся. Вроде как на прошлых выходных неплохо поохотились. Перед за кустами прячешься. Ну, то есть ты уже будешь видеть там где-то озеро, знаешь, через это, через кусты. А я так обойду оттуда и как бы оттуда попробую подойти. И там уже может на тебя налетит, либо я буду стрелять. Да, я чего возьму. Это они обычно сидят либо справа, либо слева. Короче, обычно по центру не сидят. Ну, посмотри, бывает еще, он как бы идет такой канавкой. Знаешь, отсюда. Ну, там не стрельнешь, а жизнь сидят. Там, видишь, камыш такой. Отпускай! Молодец! Нашла! Это будет твоя еда! Фу! 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 Смотри, какие крылья огромные. Not so very, very light. Not so, looks big, but ну это я тебе хочу сказать, что крупная цапля. О, червячок, видишь, какой-то пошел. Сейчас уже должна северная подтянуться. В прошлом году. За неделю до открытия на зайца здесь было очень много северных. Кряквы почти не было. Хочу вот эту канаву пройти. Большой хочу такой, короче, круг сделать. Вообще тепло сейчас, солнце вышло. Тепло, блин, погода клевая. Пройдемся, посмотрим. Вдруг нам улыбнется удача. Так, свою любимую семерочку заряжаю и вперед. Ну как бы тут навряд ли будет утка сидеть. Сильный ветер. Но как бы хорошо. Ближе к утке подходишь в основном, получается. Не слышишь, как утка поднимается. То есть, если уже совсем близко, тогда слышно, как она крыльями хлопает. А такой ветер аж глушит, что не слышно, как утка поднимается. Чего? Давай поищи тут. Давай, давай, давай. Поищи тут. Что такое? Блин.
Еще две-то поднялось. Сможет налетят. Странно, то ли выводок, то ли что. Есть. Все-таки одну выбил. Ну что-то я так стрелял, конечно, по ней. Странно. Осенняя утка вроде, да? А ведет себя вообще не по-осеннему. Летает до сих пор эта утка. Это, наверное, какой-то очень поздний выводок. Какую первую искать-то? Эту или ту? Туда посреди поля никуда не уйдет. Сейчас попробую канаву перейти. А я увидел, что чива побежала, что-то она услышала. Ну, потом смотрю, она летит, я уже стрелять приготовился. Вообще полностью притычок. Так, сейчас надо найти их обязательно. По-быстрому. В этом году что-то я, если честно, несколько подранков таких не нашел, что вообще обидно. Чива, иди сюда! Тут! Чива! Ищи тут. Давай. Ищи. Ищи тут. Нашла? Молодец. Сразу нашла. Фу. Не, ну облиняла. Ну разве вот эта осенняя утка? Она реально как... Не знаю. Видно, какой-то очень поздний выводок. Ищи тут. Ищи. Нашла? Молодец. Нашла. Тоже чисто бита, да? Тоже чисто бита. Тоже уточка. Ну, вот вы видели такую утку осеннюю? Чтоб вот такая... Ну, она облиняла-то. Но размер у нее, конечно, такой. Как будто она только вывелась. Будто только на крыло стало. Интересно. Такое первый раз вижу. Немножко в шоке. Ну, я думаю, что все было видно. Комментировать тут нечего особо. С трофеями. Охота трудовая. Почти 25 тысяч шагов сделал. Приятная усталость. И мы движемся домой. Чива, иди сюда. Помаши языком. Молодец, собака. Молодец. Привет, вы смотрите «Мир глазами охотника». Меня зовут Оля. По многократным просьбам моего мужа делюсь с вами рецептом рагу из грудки утки. 0,5 килограмма. 3 утки здесь. А в блендер мы бросили филе утки. И сейчас его измельчим. 2 луковицы мы обжариваем на масле слегка. И сейчас туда же положим фарш. Вот такая вот кашица получилась. Это все дело мы на таком среднем огне делаем. И разделяем вот прям хорошо, тщательно. Я сюда добавила чайную ложку соли и специи. В основном это рагу я готовлю в августе, в сентябре, когда есть кабачок, фасоль. Сергей как-то кабачок не очень любит, но вот в таком рагу кушает с большим удовольствием. Я добавила одну морковь. И обжариваем дальше. Я это все делаю по ходу. Можно, конечно, и через мясорубку грудку пропустить. Вслед за морковкой я отправила стручковую фасоль.
Она у меня была заморожена, предварительно отварена. Вот пришло ее время. Спустя 10 минут добавляем кабачок. Кабачок я предварительно помыла, сняла с него кожицу, серединку достала и нарезала кубиками. Кабачок наш приготовился, вижу. Я масла не добавляла, так как кабачок дал сок. Пришло время добавить перчик. Добавим помидор сразу после перца. Добавила огонь. И вот прямо буквально на 3 минутки накрываю. Сняла крышку, помидорки, перчик дали сычок. Я думаю, что уже готово. Самое время полить сметанкой. Ну, сметану кто какую. Перемешали. Выключаем. Накрываем. Вот что я делаю. А что, можно попробовать? Это фирменное блюдо моей жены Оля. Новый персонаж на моем канале будет появляться часто, если вы поставите лайк. Всем советую, попробуйте. У кого есть кабачок, что там еще? Ой, там в описании. Че, ребята, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угоде. А попробовать ты что-нибудь будешь? Попробуй, давай попробуй, на, подержи. С багетом вкусно. С багетом вкусно и просто вкусно. Ну, наверное. Давай я буду пробовать. Оно горячее, аккуратно. Петруха свежая такая. Уже зима. Почти зима. Еще снега нету и плюс. Оля раньше делала вот это блюдо из с курицей. Ну, с курицей это вообще не то. Это просто овощи и там кусочки чего-то потверже. Просто овощи и овощи. Но с уткой вот. Приятного аппетита!